Мы отдыхаем на даче. Жарили такие колбаски, гриль. Куриный шашлык делали. Овощная такая тарелочка. Помидоры, огурчики, желтые помидоры, розовые помидоры. Купили пепси. Кетчуп взяли с собой. Вот такую картошку сделали. Жарила во фритюре. Потом посолила и сверху выдавили чеснок. Перемешали. Очень вкусная получается. Мы часто такую готовим. Нам нравится. Дима сидит, ждет шашлыки. Играет в телефоне. Колбаски уже одну партию пожарили. Покупаем готовые. В упаковке 12 штук. Папа нам жарит вторую партию. Вот такой стол сделали по-быстрому, организовали. На улице тепло, хорошо, лето настоящее, несмотря на то, что уже осень. Тут в тенечке сидим под вишнями, у нас стол такой, с двух сторон лавочки построили. Уже давно сделали эту беседку. Приходим сюда отдыхать всегда. Все, будем кушать. Всем пока-пока.